Хейо, гейсамишимки, и сегодня мы поиграем в игру по названию After Dead. Как вы видите, снизу у нас тоже вот эта фиговинка. Да, как и обычно, полосочка, потому что что, правильно, мы играем в оконном режиме. Как вы видите, эту игру я уже проходил, и на 100% я потратил 4 часа, считайте, 5 часов на игру. Но почему игры нету на канале? А потому что, давайте мы крашним тебе все видосики. А именно, я не знаю, из-за какой херни, они у меня полностью все удалились. Понимаете? Все удалились. И, короче, как-то так, да. Как-то все так. Игруля у нас на английском, если что. Сложная. Да, такая. Ну, нормальная, типа, по сложности. Есть боссы. Боссы со стадиями. Есть прокачка. А, ВАМ. Где это я? А, я наконец-то find очнулся и... И что произошло? Так, давайте я хотя бы буду вспоминать, как драться. Потому что драться здесь... На буковке. Ладно, будем по пути вспоминать. Он у нас может только бегать, туда и сюда ходить. Визитор. Визитор? Хуаю, кто это ты? Типа, посетитель? Кто ты? Актуали? Актуально я... Идея. Я даже не знаю. Даже нет идей. Нет мыслей. Can you help? Ты поможешь мне, Лив, вернуться с этого палаца? Нет, но я могу помочь тебе... Дать memory, памятник, возвращение. Why would I do that? That. Почему would я что-то там делал? Так, этот мир, Yeri Hospital. В больнице. Так, you... Если так, ты умер. I called Brace, you back your last safe memory. Когда ты умрешь, я, короче, верну тебя к последнему памятнику. Спасибо. Мое имя Мемориал. Памятник. Так, хорошо, памятник сохранения это у нас. Как вы видите, изучение карт у нас вот так происходит. Таким вот этапом. Это, скажу так. Игра, где нам придется возвращаться обратно. Там, где мы уже были. То есть, примерно вы понимаете, да, о чем я? Нам придется посещать одни и те же локации несколько раз. Что вы have here? Забыли здесь. A Holy Spirit. Чертова спиртрация. Не flow soul. Души. Не отпускай души. А я... Имагин. Алтарит. Это, короче, на алтаре. Мэтт Мемориал. Какой-то мемориал. Так, I am Игнари. А, это Игнари, короче. Я сын. Я думаю, ты поможешь мне открыть портал. Want you leave these planets? Let's chorus. I can help you, and you can help me. Короче, чтобы вернуть тебя что-то в жизнь, палац, непонятно. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Я дам тебе когти, прогресс, короче, апгрейджит, типа они будут улучшаться. В твоем ворде, в твоем мире. Или в этих мирах. Так, up Intel, you can open the portal. Так, подними их, и ты откроешь портал. Или поднимись, там ты можешь открыть портал. Hey, some nice will help you, I open the skill doors. Yeah, вот это, короче, херня поможет тебе открывать скелетные двери.
Вы мне напомните, как драться, пожалуйста. Сир. Я не помню, как драться. Как драться, ё-моё. Ага. На точечку, хорошо. Ай. Минус пол хп. Короче, вот в такие враги у нас, типы врагов. Они убиваются с несколько ударов. Игра чем сложна? То, что враги воскрешаются, когда мы меняем локацию. Я играл эту давно, очень давно игру, поэтому я не так сильно хорошо ее помню. Но я помню, что нам нужно вообще для апгрейда, какие апгрейды, где все находится. Мы будем с вами мир изучать. Но фигня, почему я типа потратил там просто дохерища времени? Я потратил там дохера времени с того, что я играл на хорошую концовку. А чтобы сделать хорошую концовку, там нужно пипец много времени тратить. How many souls? Как много душ находится здесь? Ты алтар, one if you meet, отправляющий в другой мир. Интересно, почему один думает speak, let a being and flower soul? Куда отправляются души? Что? Мое имя из Adfectus. Adfectus какой-то. Я не now, не знаю, как много hour. Что, блядь? Do you all want to open the portal? А ты можешь открывать все эти порталы? Конечно же нет. I look... я смотрю... You meet Ainara. Блядь, сложно. If you can give... я могу тебе дать... Adventure, don't open this portal. Возможно, открывать порталы. Окей. Ты мне дашь тип путешествия в эти миры. Я буду телепортировать тебя в любую точку, где ты нашел меня, типа такого. That you have altered visited. Ну, тебе нужно, короче, посещать алтари, вот. So, no, I have to find another garden like you as that it works. Слишком сложно. Короче, это порталы, благодаря которым мы сможем перемещаться между другими локейшеном. Я даже помню боссы, тактики против них. Когти нужно улучшать, типа улучшение когтей позволяет нам больше наносить урона врагам. У меня даже предметов никаких нету, чтобы сделать той или иной вещь. Так, вот эта херовина. Нафиг она мне сейчас надо. Так, это у нас водоемы. Так, у нас там свиток. Пока чтобы туда мне не попасть. А, точно. Вот. Короче, если так делать, то мы намного быстрее атакуем. Видите, типа по 4 удара сразу же. Это такие тактики, это механики жесткие. How did find Mr. in the desert? Так, вот эти вот херовины. Они когда нас замечают, они нас начинают лететь на нас. С этим нужно быть все осторожным. Они что, просто агрессивны, вот эти черти. А вот скелеты, они могут пролетать сквозь все стены. Поэтому нужно быть осторожным. Есть ли тут карта? Кажется, должна быть, я не помню. Да, вот есть карта. А, души, видите, вот сияет душа. Вот это вся карта. Это все-все. То есть будет одна целая карта. А там, где сияет душа,
Да, ну душа это вот это типа сияние. Это там, где находится босс. Куда нам, в принципе, нужно идти. Вот это, кажется, одноразовые враги. Ну, коцнут, так коцнут. Ой, вот это тоже такая херня. Плюется своими вот этими когтяшками. Блин, мне бы хилку. Но враги сильные на самом деле. Тоже. Враги тоже сильные. Да. Единственное, да, здесь есть места, где можно просто заблудиться, пипец как. Обязательно ли убивать всех боссов в игре? Ну, на самом деле такое. Есть боссы, которых можно не убивать. Хотя, мне кажется, всех нужно боссов убивать. А, не-не-не-не, вру. Есть типа рядовые боссы, но это просто которые преграждают тебе там путь и все. Тут слишком запутанная карта. Огромный минус. Легко заблудиться. Очень легко заблудиться. Так, отхили нам. Так, туда мне не попасть. Или попасть, я не помню, стоять. Нет, мне туда не попасть. Я немного помню, и все. Если что, хп у нас будет до хера. Это я единственное помню. Я помню боссов, на которых у меня просто горела жопа. Финальный босс, это тоже, знаете, входит в эту сборку. Жопа горячих боссов. Но это истинный босс, который. Есть две концовки. Угу. Так, you can see, yeah. Ну, короче, они будут разговаривать о всяком дерьме, нам это не интересует. Так, мемориал сохранения. А как мне туда попасть? Стоять, я что-то уже не помню. Ладно, погнали обратно. Да я не могу попасть. А снизу стоять. Я спустился в самый низ. Или что я туда не пошел? Помню, еще куда идти надо. Когда будут апаться когти, я буду убивать вот этих скелетиков мелких. Несколько ударов. Вот этих не скоро буду убивать с одного ударом. Это я помню. Так, здесь у нас что было? Единственное, да, тут будут враги жесткие. Known one. Who are you? Кто ты? Я вижу like I am no luck and disable. For a long time. Долгое время никто один что-то там не видел меня. This final over. Ну, наконец-то мое имя Fortuna. D. Fortuna. Can you help me? Как ты поможешь мне? Я дам тебе ману. Small object. Использовать объекты. As on the only I Florence Owl and IRL need use them.
Они тебя теперь помогут, типа, для того, чтобы использовать. Take, возьми этот. Он поможет тебе survive in this hospital wards. Hospital. Вернуться в больничный мир. А, карту. Hospital. Имеется в виду этот. Ну, видите, так нам хотя бы карту показывают. Так. Есть несколько видов свитков. Первый свиток, который увеличит нам ХП. Второй вид свитков, это который увеличит нам ману. Мана — это у нас здесь активная способность для специальных предметов. Для активации специальных предметов. Да ёлки-палки. Ёлки-палки. Здесь на самом деле на первый взгляд ничего нет. Но здесь есть. Но не сейчас. Мы будем возвращаться все в локации заново по несколько раз, по 100 с чем-то раз. Нахер это нужно, блин? Это единственный минус в игре. Придется лазить по одним и тем же локациям. Так, поплыли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, все, мы сохранились. Главное не сдыхать, потому что если мы убили босса, но мы сдохли при этом, да, нам придется босса убивать заново. Вот единственное, из-за чего мне бывает тоже загорала жопа в игре в этой. Вот это у нас, короче, врата, которые показывают, где босс. Здесь будет первый у нас босс с вами. Касцена тоже всегда показывается. Ай. Блин, я уже... Тихо. Тогда лучше отходить. Это значит, он рукой будет хватать. Тихо-тихо-тихо. Рука. Все, изи. Ну, можно, конечно, было без получения урона, но... так вышло, ладно. Все, это был босс, да. Типа, какие были у него стадии? Да никаких. Только у некоторых боссов стадия. У этого стадии нет. Вот. I can believe. Я наконец-то... Или воскрес. I believe. This corruption closed... Портал like that. Тебе поможет это, чтобы открывать порталы. I beat on the court Oren is the strong. Она сделает тебя сильнее. Так, все, у нас есть ботиночки, nice. Press M, чтобы активировать ледяные что-то там. Вот, все, видите, теперь у нас с вами ледяные поножи. Энергия это вот только что набирается. Press. Здесь, короче, мы туда еще попасть не можем. Почему? Потому что там... Как вы... Ви-би-би-би-ти. Хуйня. Короче, теперь мы можем только единственное делать, это замораживать воду.
Ну, наверное, понятно, что если мы можем замораживать, значит мы можем и размораживать, да? Типа, подрубить ум, это не тяжело. Энергия то, что видите у нас около карты, где мини-карты показано. Это и есть о том, что я вам говорил. Да не, чё ты упал? Да чё ты падаешь? Мне нужно в сторону пойти. Если я не ошибаюсь, одно из двух. Либо там проход будет, либо там закрытый, нужно улучшенные когти. Если что, мы просто тогда обратно поднимемся наверх. Ту-ту-ту-ту. Ладно, не помню. Нужно выбираться отсюда. А-а-а, куда же мне бежать, ё-моё? Потом мы сможем с вами еще одну вещь сделать, что вообще мне ускорит прохождение в разы. И что же это? А это девчик. Да, мне нужны улучшенные когти. Локацию нужно все исследовать, все изучать. А почему я вниз дальше не пошел? А, вспомнил. Там же закрыто. Так, нам погнали по порталу. Я не могу разморозить теперь это все дело. Если сдохну, то я сдохну. И да, карта тоже, которая у нас полуоткрыта, да, которую мы уже все походили, пособирали, это тоже у нас уничтожается. Да, такая вот жесткая игруля. Который ошибок не прощает. Можем мы еще с помощью своей силы что-то делать? Да, мы можем наносить с помощью нее врагам урон. Враги получают, вот видите, раз урон. Два. Все, мы уничтожили. Но этот предмет, он быстрее поможет против специальных врагов. Очень сильных врагов, специальных. Так, мы теперь, по идее, туда можем пройти с вами. Да ёлки-палки, надоели своей мочой ссать на меня. А? По звукам тогда можно понять, что типа что произошло. Типа, когда у нас энергия наполнилась. А некоторые апгрейды находятся вообще в рандомных местах, то есть. Да, даже вот так нужно манипулировать всем этим делом. В прыжке. Разморажусь. Разморажусь, разморажусь. Вот, все. То, что нам нужно. Плюс дополнительное сердце. Удоб жизни. И вот так мы с вами просто ходим и изучаем мир. Собираем всякие плюшки и херюшки, которые нам в дальнейшем там помогут в чем-то. Thank you.
чё за херь? Надоели они меня атаковать, когда они меня не видят. Вот эти то, что они преследуют, бесят. Так, сейчас, короче, портал будем... это сохранялка той. Ладно, сохранюсь на всякий случай. Я хочу сапоги дефа. Сапоги дефа помогают нам быстро... В сторону, короче. Фу, там, в сторону, понял? Дефать. Короче, использовать быстрый бег, считайте. Нужно считать, использовать быстрый бег. Если тут иллюзорные стены, как в тех же Dark Souls, разных играх. Ну, есть, но это чисто только для... Когда нам придется на хорошую концовку делать. Скорее всего, на хорошую концовку снова же буду играть. Но это очень... Морочно. Очень морочно. Так, побежали, ладно. Побежали наверх. Ну, видите, я туда чисто не могу попасть из-за своей формы. Я слишком большой. Главное, вот это тоже юзать, типа, активку. Потому что на боссах она тоже работает. Вот, а вот этих врагах я вам рассказывал. Короче, эта херня нам помогает делать их атакуемых. Это призраки. Так они бестелесны, а так мы можем их атаковать. С помощью льда. Я это вообще не знал раньше. Я чисто бегал, их перепрыгивал. Вот, врата, ребят. Это портал. Он откроется, когда ты убьешь всех гуардов. Всех главарей. Как вы видите, у нас с вами здесь 12, кажется, боссов. This will help you go faster. Это поможет тебе передвигаться быстрее. Press Shift, чтобы дать тебе апгрейд. Вот, об этом я вот и говорю. Ну, он работает... Ну, это типа, какой я shift нажимаю, туда и он и двигается. Здесь у нас с вами, так, 3... Так, 3, 8... Блять, короче. 5, 5, 12 боссов. Осталось 11, плюс еще финальный босс. Так, ну там у нас... Нет, туда нам не нужно идти. Ну, считайте, сейчас у нас серия уже скоро заканчивается. Сейчас я просто так похожу. Вот здесь у нас, короче, сохранялка. А, портал. Кстати, а где сохранялка? Так, сюда мне не попасть. Так, давайте, наверное... Пехнусь в сохранялке. Вспомни, где она хотя бы, блядь. Сейчас все сделаем. Я просто еще не открыл. Так, туда мне тоже пока что еще рано. Так, сейф, машина. Так, а с этой на стар... А, точно. Ну и все, в принципе. Давайте, я думаю, на этом закончим моменте. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.
Пока.